Друзья, всем привет! Мы опять сегодня в Лаишево. Уже все растаяло. Сейчас покажем вам высокий берег. И видно наше Камское море. Сегодня у нас тепло, но ветрено. Бака! Камни! Ай, камни, мальчик! Ай, хороший! Ай, мальчишка, молодец! Пойдем! Приехал в свои владения хозяином. Такое у него настроение лидерское. Оказывается, Кама еще не вся открылась. Сейчас подойдем поближе, покажу, как. И видно вот полоску. Да, Вакаха? Красиво тут. Откалываются. Ну вот, сейчас пойдем по этому ущелью. Вниз надо спуститься. Тут дикий перепад, прям конкретный. Вот ты меня рассмеялась. Вот отсюда мы спускались. Здесь видите, какие горы. Метров 6-7, наверное, может больше. Ветер, конечно, есть. Вода мутная. Там еще лед. Ну ничего. В любой момент может свалиться. Пока не видит. Ну и пусть. И ушел он. Это бобер. Это бутылка плавает. Огромный какой, да? Смотрите-ка. Бакай все не может поверить, что он видел такого зверя. Жалко, конечно, уплыл сразу от нас. Причем уже далеко-далеко уплыл в реку. Я думала, он вдоль берега поплывет. Всем рук любимый наш. Мой старшенький дядька сидит. Ну пойдем сходим. Вон туда. Да, вперед. Ах, я сегодня не в кроссовках. Было бы удобней. Потрясающие цвета летом. Совсем по-другому все смотрится. Видите, да?
страшновато к краю подходить. Мы идем вдоль берега. Лесочек. Я смотрю, вон там кораблики на речке, на нашем море. Видно вот их маленькие две точечки. Петухи кричат. Ну подъем вот здесь, смотри, как классно. Куда? Ну так и пойдем сейчас. Посмотреть-то, да, и посмотри, какая панорама. Владька меня тащит уже. Сделала широкоформатку, иначе это все не объять. Вот эту красоту. Вообще классно. С реки просто скалы, да, а здесь вот бархатные такие бережочки. Скорей ко мне, мальчишка такой, скорей, скорей к маме, скорей. Скорей, 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 скорей. Ко мне, Вака. Ко мне, Вака. Скорей, скорей. К маме скорей, скорее, мальчик, скорее, скорее. Ай, молодец, ай, такой, такой. А вот он, молодец наш, вот он. Жулик. Здесь все такое овражистое, овражистые берега. Песчаник, наверняка здесь известняк. Видите, прямо ущелье. Оттуда мы сейчас пришли. Вакаха уже оббегал все, что мог. Ищет все норки всякие здесь. Чувствуют запахи. Ну вот, подошла к самому краю, чтобы своим подписчикам дорогим показать наши красоты. Наше Камское море, Куйбышевское водохранилище огромное. Аж голова кружится стоять здесь. Очень страшно подходить к краю, потому что зыбкая почва. Мы зашли в лесочек дальше, там стоит какая-то избушка. Я ее однажды видела с берега. Вот хотим посмотреть, что это такое за строение. Может быть, лесники какую-то сделали себе охотничий домик. Посмотрим. Может быть, кто-то планировал дом или какая-то территория для шашлыка, для отдыха. В общем, одно дерево и все. Одно название. Места, конечно, тут красивые, что говорить. Вообще очень здорово здесь. Обожаю просто это место. Здесь не только вот Семрук, здесь же огромная полоска пляжа на береговой линии вдоль поселков. И вроде как поселки, они дальше. Здесь остается еще столько зеленой зоны. Летом приезжают сюда отдыхать на машинах с палатками. Видите, там катерочек какой-то. Может быть, типа маленькой баржи, не знаю даже. В общем, здесь вообще классно, конечно. Мы все мечтаем когда-нибудь жить в похожем месте, купить лодку и плавать. Я очень люблю такой отдых. Вот такой без людей, дикий немножко. Видите, тут смастерили удобства. В общем, обожаю. Это не кораблики эти.
лодочки. Красавчик наш. Типа не слышу. Барашек тут. А? Барашек. Барашек. По мордакам получил. Поехали! Давайте позашли.